И сейчас большая Олимпийская гора. Упс. Гриша? Ты же принцесса. Ты должна вот. Вперед. Не сгибайся. Аля, ты только лыжами управляй лучше, управляй лучше. Ну. А ну-ка, ты будешь тренер. Группа поддержки. Уже тепло. Уже должно быть жарко. Уже жарко. Да. Помахайте этому самому. Это... оператору. Вот, видишь, они не катятся, когда полностью весь тело переносит. Без тела, полностью, да. Хорошо, вот хорошо. Видишь, как ты не катятся. Никуда они назад не катятся. Только надо полностью весь тело переносить на лыжи. Молодец, по-моему, замечательно. Давай, давай. Во, поехали, давай догоняем быстро. Гриша, Саи, Оля, он без всяких лыж быстрее нас носится по лесу. Давайте, давайте. Опа, поехали. Ура. Так, самая большая чемпионка поехала с этой горки и не упала. А слушай, двигайся, двигайся, покажи, как ты. Мне чуть тюня съезжа. Ольга, не замерзла? Так, Фаина Михайловна приближается. Готовься! Смотри, как там идет. А слушай, в сторону сейчас. Берись за руки, Оля. А как я уйду? Куда? Уберись, я не смогу. Нет, убирай палку. А ты палку убирай. Сейчас пойду. Я же не попаду. Молодец. А слушай, как поворачиваться? Умеешь? Браво! Фаина Михайловна спустилась. А Гришка догоняет уже. Спасибо, Фаина, за Фаину лыжню. Так, еще один большой спортсмен идет, сейчас упадет. А это мейджор 3, а вон там еще один мейджор идет. Вот, почему ты сказал мейджор? Sorry, sorry, too late. Сейчас Игорь Николаевич упадет. Ага. Всегда жарко на руках. Катание спиной. Браво! Молодец, молодец! Большая чемпионка! Рижская!